Всем привет! Вы на канале «Английский с дочкой». И сегодня у нас вторая часть путешествий. Давайте же начнем. Поехали. Путешествие поездом, да? Traveling by train. Traveling by train. Railway station. Railway station. ЖД-станция. At the station. На станции. At the station. Platform. Platform. Платформа. Carriage. Carriage. Или car. Вагон. Smoking compartment. Smoking compartment. Smoking. Курящий compartment. Отделение. Купе в данном случае. Соответственно, non-smoking compartment. Non-smoking compartment. Не no, а non-smoking compartment. Non-smoking compartment. Compartment. Mm-hmm. Ticket collector. Ticket collector. Collector. Collector — это сборщик, собиратель. Собиратель билетов. Ticket collector. Контроллер. Контролер. Ну, мы говорим контролер. По-английски это будет, если есть в английском языке есть слово controller. To go off. To go off. Когда поезд отходит. The train is off. The train is off. Mm-hmm. To go from platform. To go from platform. Okay. Устойчивое выражение в теме путешествия. To make a reservation. To make a reservation. Забронировать место в гостинице. To miss a plane or train. To miss a plane or train. Train. Mm-hmm. To get on a train. To get on a train. Сесть на поезд. To get off a train. 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 Okay. To get into. To get into. Сесть. To have an accident. To have an accident. To have an accident. Accident. To have an accident. To have an accident. Попасть в аварию. Ну, мы это обсуждать не будем. Это мы не будем, да. Прилагательное к теме путешествия. Давай вот эти два слайда обсудим. Mm-hmm. И проверим, как ты их запомнила. Adventurous. Adventurous. Приключенческий. Ancient. Ancient. Древний. Древний. Attractive. 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 Привлекательный. Запоминай их, потом будем... Attractive. Best loved. Любимый. Best loved. Cheerful. Cheerful. Жизнерадостный. Convenient. Convenient. Удобный. Enjoyable. Enjoyable. Приятный. Excellent. Excellent. Отличный, господи. Exciting. Exciting. Увлекательный. Far away. Far away. Далекий. Fashionable. Fashionable. Модный. Glorious. Glorious. Славный. Historic. Historic. Исторический. В смысле, имеющий значение историческое. Historical. Относящийся к истории. Да. Impressive. Impressive. Впечатляющий. Local. Local. Местный. Luxurious. 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 Роскошный. Magnificent. Magnificent. А вот почему luxury говорят. Да ты что, кон гениальный. Мистер очевидный. Еще одна страница. И две. Посмотри на эту страницу еще раз внимательно. Быстро пробеги ее глазами. Быстренько. Раз. Просто включи зрительную память. Так, следующее. Outstanding. Outstanding. Выдающийся. Вне стоящий, выдающийся. Peaceful. Peaceful. Ну, слово мир. Picturesque. Picturesque. Запомни, вот это скуе, S-Q-U-E, это французский. Эск. Да. Arabesque, picturesque, humoresque. Peaceful. Это, видимо, от слова пацифист, да? Нет, пацифист — это слово pacific. Ну, в принципе, это все достаточно... Это, но если не однокоренные слова, то как минимум близкие по смыслу. Remote. Remote. Отдаленный. Spectacular. Spectacular. Зрелищный. Ну, как спектакль, да? Stunning. Stunning. Ошеломляющий. Stun. Stun. Это когда в тебя жало воткнули. Get stunned. Это... Ну, как еще запомнить? Ошеломляющий. То есть, ну, тебя прямо просто убило.
Tempting. 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 Искушающий. Unbelievable. Unbelievable. Ну, невероятно. Нельзя поверить, да? Uncomfortable. Uncomfortable. Неудобный. Unexpected. Unexpected. Неожиданный. Unforgettable. Unforgettable. Незабываемый. Unique. Unique. Уникальный. Unpleasant. Unpleasant. Неприятный. Unpredictable. Unpredictable. Непредсказуемый. Unsafe. Unsafe. Небезопасный. Valuable. Very valuable. Valuable. Ценный. Various. Various. Различный. Хорошо. А теперь давай проверим. Что? Ну, давай переводить. Выйди. Итак, поехали. Читай. Adventurers. 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 Уже только что эти слова. Journey. Journey. Угу. Adventure. Что такое? Смотрим. Adventure. Adventurous. Приключенческий. В данном случае увлекательное. Увлекательное путешествие. А journey я вообще не знаю, что это. Journey. Путешествие. Мы это тоже проходили. В одно ухо влетело, другое вылетело. Безобразие. Это ну давай. Talk. Ancient. Ancient building. Ancient building. Слово как бы античный, как будто. Ancient. Ancient. Building. Угу. Смотрим. Древний, старинный. Древнее строитель, древнее здание. Ну, конечно. Attractive place. Attractive place. Attractive. Attractive. Угу. Привлекательный, притягательный. Привлечёт. Attractive. Best loved holiday. Best loved holiday. Это любимые эти выходные. Ну, любимый праздник. Cheerful. Cheerful. Fellow traveler. Fellow traveler. 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 Cheerful fellow traveler. Cheerful fellow traveler. Uh-huh. Cheerful, жизнерадостный. Cheerful. Fellow traveler. A fellow traveler. Ну, это человек, с которым ты вместе путешествуешь. Попутчик. Enjoyable. Жизнерадостный. Попутчик. Жизнерадостный попутчик. Понял. Enjoyable location. Enjoyable location. Знакомое название. Приятный. Приятный вот location. Exciting tour. Exciting tour. Exciting. Exciting. Это рядом с этим с excellent было, да? Смотрим. И нам с excellent было. Увлекательный. Увлекательная еда? Серьезно? Где? Exciting tour. Tour, не знаю, а вот food. Tour. Это путешествие, тур. Excellent food. Excellent. Превосходная еда. Outstanding piece of art. Outstanding piece of art? Да. Помнишь, я говорил? Вне стоящий. Вне стоящий? Да. Пьесы. Выдающийся. Выдающийся арт. Выдающийся объект искусства. Far away countries. Far away countries. Далекие страны. Я думал, countries это деревня. Ну и countryside тоже, да, деревенская местность. Country, да. Fashionable clothes. Fashionable clothes. Модная одежда. Uh-huh. Glorious traditions. Glorious traditions. Glory. Слава. Glory. Значит, glorious это что? Это слава, славный, популярный или славный? Ну, славный, популярный и славный, Маша, это абсолютно разные слова. Ну, слава вообще-то. Ну, слава, да, славные, а популярные это не совсем то, не совсем славные. Так, historic building. Historic building. Uh-huh. Историческое здание. Uh-huh. Historical monuments. Historical monuments. Historic building – это здание, имеющее историческое значение. А historical monuments – это, ну, монументы, посвященные историческим событиям. Так.
Impressive view from the top of building. Impressive view view from the top of top of building. Luxurious hotel. Luxurious hotel. Magnificent temple. Magnificent temple. Magnificent. 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 Почему хочется прочитать Maleficent? Ну, не знаю, как ты думаешь. Magnificent. Magnificent. Не magnificent, а magnificent. Magnificent. Temple. Да. Temple. Magnificent. Beautiful park. Подожди, magnificent это у нас великолепный. Ну, ну пусть великолепный, согласен, ладно. Peaceful park. Мир, ну, тихий мирный парк, да? Mm-hmm. Picturesque countryside. Вот слово country. В данном случае country, оно участвует именно в контексте countryside, это деревенская местность. Mm-hmm. Picturesque countryside, это живописная деревня. Ну, то есть там леса всякие, да? Picturesque. 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 Remote towns. Remote towns. Ну, вот на пульте написано remote control. То есть пульт удаленного управления. Удаленные города. Remote towns. Spectacular scenery. Spectacular scenery. 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 Да. Spectacular. Spectacular. Зрелищный, да, ну как, впечатляющий вид. Scenery – это вид. View, кстати. Tempting offer. Tempting offer. Соблазнительное предложение. Unforgettable experience. Unforgettable experience. Experience – это опыт. Unforgettable. Forgettable. Forget, forgot, forgotten. Помнишь, глагол такой есть? Но forget – это вроде бы прощать. Mm-mm. Нет. Это похожее слово тоже. Forgive. Forgive, forgave, forgiven. Это прощать. Это а forget, forbidden. Forbid – это запрещать. А forget? Forget – это... Давайте. Маша always forgets the words. Забывать. В голове воздух просто летает и все. Ну или вода, как у моего. Угу. Так. Stunning view from the top. Stunning view from the top. Помнишь, я говорил stun? Stun – это... Ошеломляющий вид. Ну, как типа охренительный. Папа. Ну, ладно тебе. Я же других слов не говорил, а я и другие знаю. Но мы сейчас, ой, не будем, мы сейчас не будем о них говорить. Папа, это детский контент. Алло! С чего это ты взял? С того. Unique opportunity. Unique opportunity. Уникальная возможность. Opportunity – это возможность. Mm-hmm. Various kinds. Various kinds. Как переведешь? Various... Разнообразные. Разнообразные дети. Kinds. Kind. Kind это добрый вроде. Kind это добрый. А еще kind это тип. Вид. Типы. Да, разные типы. Разнообразные виды. Unpredictable situation. Unpredictable situation. 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 Как-то легче скажи. Situation. Situation. Okay. To predict. Это to predict. Предсказать. Unpredictable. Unpredictable. Это как переводится? Mm. Ну, если predict – это предсказать. То unpredict – то unpredict – это да. Это отсказать? Нет, ну подожди. Если предсказать – это to predict, а unpredict – un – это же отрицательная приставка. Unpredict. Отговорить? Чего? Ты что-то сегодня, Маш, не в духе, я смотрю. Ну да. Unpredictable, непредсказуемое. Непредсказуемое. Predictable, предсказуемое. Unpredictable, непредсказуемое. Маша, это Маша. Ан-Маша, это не Маша. Усвоил? Да, уже есть. Все, тихо, продолжаем. Unexpected delay. Unexpected delay? Unexpected. Unexpected delay. Delay, смотри сюда. Delay. Delay. Неожиданная задержка. Unsafe trip. Unsafe trip. Unbelievable story. Unbelievable story. Ну, невероятная история. Unpleasant behavior. Unpleasant behavior. 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 Pleasant. Pleasant. Приятное. Unpleasant.
Неприятные. Боже мой, как умище! Капитан Очевидность. Ну, пока что удивительно. Хорошо, uncomfortable furniture. Uncomfortable. Неудобная мебель? Молодец! Valuable things. Value. Ценность. Valuable things. Да. А что значит things? Я забыла. Thing? Things. Thing – это вещь. Thingy – это штучка. Ценные вещи. То ценные есть. Вещи. Local people. Да. Местные чуваки. То есть это как бы local, это местные. От локального? Ну, конечно. Что значит локальные? Местные. А местные, Маш, внезапно локальные. Convenient transport. Convenient transport. Удобный. Удобный транспорт. Ты перевела сама слово транспорт. Молодец. О, отлично. Ладно, на сегодня хватит. Следующая будет третья часть у нас. Заключительная. Тоже про путешествия. Всем пока. Ну, это не точно.